Страйкбольная версия винтовки М4 с рисплангами, модель от компании ЦИМА CM507, поставляется в картонной коробке. Комплект поставки включает в себя инструкцию на английском языке, сам автомат, бункерный магазин на 300 шаров, зарядное устройство, никель-металл-гидридный аккумулятор, пакет безымянных шаров, оружейный ремень и пластиковый шомпол. Внутри у данного страйкбольного автомата гирбокс второй версии. Данная модель страйкбольной винтовки М4 выполнена из ударопрочного пластика. Из легкосплавного металла сделан только внешний ствол и пламя-гаситель. Кроме материала изготовления, отличительной особенностью данной модели является наличие рис-планок на цевье, что позволяет установить сюда коллиматорные прицелы, тактические рукояти, лазерные целеуказатели, либо тактические фонари. Отсек под аккумулятор располагается внутри приклада. Чтобы получить к нему доступ, необходимо отжать два пластиковых зажима и снять тыльник приклада. Внутри мы видим разъем мини-томия. В привод проще всего установить аккумулятор типа нунчаки. Аккумулятор можно располагать как внутри трубки приклада, так и в боковых отсеках. Чтобы раздвинуть приклад, нажимаем на рычаг и сдвигаем приклад вдоль оси трубки до щелчка. Приклад имеет 5 положений. Переводчики режимов огня стандартные для М-серии вращательного типа. Положение предохранителя, когда спуск заблокирован. Положение одиночного огня. Положение автоматического огня. Настройка хоп-ап стандартная для М-серии. Отводим имитацию рычага взведения. У нас открывается окошечко выбрасывателя. И здесь мы видим колесико. Вращая это колесико по часовой стрелке, мы увеличиваем подкрутку шара. В базе автомат комплектуется открытыми диоптрическими прицельными приспособлениями. Целик перекидной с регулировкой по горизонтали и вертикали. Мушка с регулировкой по вертикали, которую можно осуществить при помощи мушковерта. Для установки оружейного ремня у привода есть антапка в районе начала цевья и еще одна в районе крепления приклада. В комплекте с данным автоматом поставляется оружейный ремень с двумя карабинами. Рукоять для переноски можно снять. Для этого необходимо открутить два зажима. Под ней обнаружится рис-планка для установки оптических либо коллиматорных прицелов. Отмыкание магазина стандартное для М-серии при помощи кнопки. Чтобы установить магазин, просто вставьте его в шахту магазина приемника до щелчка. В комплекте идет бункерный магазин емкостью 300 шаров, сделанный целиком из пластика. Чтобы засыпать шары в магазин, откройте крышечку. После того, как шары засыпаны в магазин, вращайте подаватель, чтобы шары попадали в привод.